Традиционный сбор труппы театра юного зрителя перед стартом нового сезона прошел в не совсем обычной обстановке. Коллектив привезли в строящееся здание театра на старом месте. Чувствовалось волнение и неподдельный интерес к новому театральному дому, который вскоре станет для них родным. 22-й сезон, он для нас очень важный. Кроме того, что мы будем выпускать, как всегда, новые спектакли, как всегда мы будем реализовывать разнообразные проекты, в этом сезоне нам предстоит переезд в наше новое здание, отреконструированное. И это, конечно, для нас очень такой волнующий момент и ко многому обязывающий. Поэтому вот мы здесь собрали труппу для того, чтобы люди прониклись вот этим ощущением предстоящего новоселья и предстоящей большой работы. Эдуард Аркадьевич провел сотрудников театра по основным помещениям. По восторженным возгласам можно было понять, что они с большим нетерпением ждут переезда в это здание на Пушкинской. Открытие театрального сезона театра юного зрителя по традиции состоится 1 сентября, но пока в старом пространстве на улице Спасской. Как сказал главный режиссер театра Марина Корнева, новый сезон пройдет под слоганом «Возвращение домой». Она поделилась планами на осень. И сентябрь у нас уже будет ознаменован премьерой проекта «Островский 6+». Специально к юбилею русского драматурга мы создали этот проект. Затем зрители увидят премьеру «Жизнь прекрасна» по пьесе Николая Эрдмана. И далее премьеру «Хармс-квартет». В ноябре театр отметит 22-й день рождения. Главный режиссер надеется, что глобальное возвращение в родные стены состоится накануне Нового года. Ирина Антонова, Олег Тонишин, Улправда ТВ.